В Армении некоторые воспринимают мирный договор как начало новой эпохи, ну то, что власти говорят, где будет мир и процветание. А на самом деле этот договор, он может в обратную сторону сойти. Но в этом случае мы видим, что если говорится о определении статуса и уточнении статуса, но не сказано о самоопределении, это разные вещи, и не сказано о праве на независимость, да, то это уже совсем о другом идет. Если Азербайджан, имея поддержку Турции и, соответственно, Запада, НАТО, если они захотят, значит, тоже попросить Россию уйти, когда срок, оговоренный срок 5-летний окончится, то Россия может признать Карабах. Власти Армении пытаются, действующие власти, они пытаются урегулировать вопрос и решить вопрос путем договоренности. Но договоренности являются результатом силового баланса. Если ты не обеспечиваешь силовой баланс, то договоренности соблюдаться не будут. Люди, которые выбирали действующую власть, даже те люди, которые их реально выбрали, они не давали, не уполномачивали их на то, чтобы сдавать Карабах.